Новый 7-этажный хирургический корпус площадью 18,5 тысяч квадратных метров появится в нашем районе в рекордно короткие сроки. 2 года понадобится строителям, чтобы возвести комплекс, рассчитанный на проведение 15 тысяч операций и 200 тысяч амбулаторных исследований ежегодно. В Лапино-2 появится хирургический корпус на 75 коек, 2 операционных блока, секция реанимации и интенсивной терапии, кардио- и нейрохирургия, отделение химиотерапии. Это самое последнее оборудование и самые лучшие наработки. Мы сотрудничаем, используем эти наработки в своих перинатальных центрах, в своих госпиталях, для того, чтобы эту практику распространять дальше. Вот приятно, что следующий этап, дан старт следующему этапу, это хирургический корпус, очень востребованный будет, нет сомнений. Как отметил основатель клиники Марк Курцер, несмотря на то, что госпиталь коммерческий, граждане могут проходить лечение бесплатно в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования. В этом году у нас будет проезжать около 1000 пациентов по ботам ОМС и ВМП, которые предоставляет Московская область. Это сердечно-сосудистые заболевания, острокоронарный синдром, абдоминальная хирургия, патологии женской сферы, экстракорпоральное оплодотворение. Заложить первый камень доверили легенде российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой. Двойняшки Примадонны Лизы и Гарри появились на свет в стенах именно этой клиники. Строительство второй очереди госпиталя несет в себе значимые социально-экономические перспективы. По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, более 1000 дополнительных рабочих мест появится после ввода комплекса в эксплуатацию. А на сегодняшний день порядка 300-400 посещений в смену здесь, в этой поликлинике и в комплексе Лапино. Проводятся уникальные операции. Да, действительно, это частный медицинский центр, но тем не менее он позволяет разгрузить наше муниципальное учреждение здравоохранения. Знаковое событие. Уверен, что через 1.5-2 года мы будем разрезать ленточку на открытие этого комплекса. Он также будет наполнен нашими пациентами, жителями района и Подмосковья. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».